Вот уже 2 дня, как из Госматрезерва раздается мука нуждающимся жителям Панфиловского района. Каждая семья, включенная в список, получила по мешку муки. В Панфиловском районе 12 120 домохозяйств, из них около 3500 включены в список нуждающихся, так как в них проживают люди с инвалидностью первой или второй групп, многодетные или малообеспеченные семьи. Именно под контролем специально созданной комиссии ведется раздача муки. Мамлекеттик материалдык резервтер фондунан 3779 кап ун бөлүндү биздин районго. Бул 30% жогору адамдарыбыз, тургундарыбыз. Со стороны Госматрезерва нашему району выделено 3779 мешков муки. Это обеспечит более 30% наших жителей. В первую очередь мы будем раздавать муку 368 малообеспеченным семьям, потом людям с ограниченными возможностями здоровья. Таких семей у нас 64. Остальную часть муки мы будем раздавать жителям по мере нуждаемости. К слову, у нас была создана районная комиссия, которая контролирует, в какие дома мы отдаем муку. Отметим, что согласно постановлению Кабинета министров, с 4 февраля со склада Госматрезерва начали раздавать муку нуждающимся. Такая помощь осуществляется по всей республике. Дастан Касканов, Перизат Хуттубекова, Руслан Сабатаров, АЛАТО 24, Чуйская область.